Почему важна газированная вода? Почему вот я рекомендую газированную воду? Потому что газированная вода – это тот элемент, который убивает бактерии, которые не могут жить в условиях кислорода. Их примерно половина вдоль желудочно-кишечного тракта. И когда вы выпиваете газированную воду, то они, естественно, таким образом вы очищаете весь желудочно-кишечный тракт вот от этих бактерий. Вот. И это самое главное. Нечто такое, чтобы прошло через весь желудочно-кишечный тракт, это только жидкости. И в данном случае это вода. Поэтому я пью газированную воду, я пил ее всю жизнь. Я хочу просто напомнить опыт руководителей нашего советского государства, которые жили... Правда, жили долго, да? И всегда, когда они садились за стол, тогда не было такого большого выбора газированной воды, всегда на столе стоял борджом, который они пили, понимаете, и я думаю, что они себя хорошо чувствовали, и умные люди им рекомендовали эту воду. Прошу на меня не обижаться, тех, кто может немножко в бизнесе потерять из-за того, что я только что сказал. Но реалии жизни таковы. По крайней мере, тем, кто в бизнесе торгует этой водой, я советую время от времени пользоваться газированной водой. Часто задают вопрос, вот как пить воду комнатной температуры, из холодильника или со льдом. Ну, вы знаете, ну, нельзя быть таким уж совсем пунктуальным, скажем, и вот делать только вот то, что рекомендовано и прописано. На самом деле, конечно, человек должен пить так, как ему нравится, и в конце концов ту воду, которая ему больше нравится, вот вопросов нет. Я просто сказал, обосновал, вот почему я, скажем, пью газированную воду. Тему я эту хорошо знаю, потому что у меня и кандидатская, и докторская диссертации были вот по использованию гиперборической оксигенации. И я знаю хорошо газообмен в организме, и воздействие газов на кровь. Поэтому я вот так подробно объяснял. Если говорить, скажем, об использовании льда в воде, то, в принципе, американцы никогда не пьют воду без льда. Практически. Они это объясняют тем, что использование воды со льдом способствует... Вот знаете, как смена душа, да, горячего и холодного, горячего, холодного. Они считают, что это способствует дольшему сохранению, в том числе и собственных зубов. И если посмотреть на американцев, они реально, конечно, лучше сохраняют свои зубы, чем мы, допустим, предположим, до последнего времени, скажем. Поэтому я бы не стал на этом акцентировать внимание. Наверное, есть в этом здравый смысл. Но я, например, просто пью воду из холодильника, и мне так больше нравится. А те, кому нравится со льдом, ну пусть пьют со льдом, хуже не будет.